день. Я Глебова Светлана Рудольфовна. Разрешите представить вам дополнительную общеобразовательную программу социально-педагогической направленности «Я и мой мир». Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 8-11 лет. Актуальность программы заключается в том, что она отвечает запросам современного мира, связанным с социальными процессами, происходящим в современном обществе, ставящим новые цели образования, центром которых является личность ребенка, а не только его обученность, навыки, знания и умения. При создании программы мне хотелось поделиться с детьми, испытывающими трудности в социализации в нашем обществе, трудности в общении со сверстниками, в этом нашем таком трудном взрослом мире, который предъявляет много требований к детям. Итак, цель программы – способствовать личностному росту ребенка через выполнение творческих заданий и игровую деятельность. Задача программы «Я и мой мир» – формирование коммуникативных навыков, способности к рефлексии, успешности обучения в школе, снятию невротических симптомов, повышение самоуважения и уверенности в себе, формирование позитивного образа «я» и навыков толерантного поведения, а также развитие нестандартного творческого мышления. Одним из средств, отвечающих этим задачам, является работа с тетрадью для практических занятий с детьми по личностному росту «Я и мой мир», разработанную психологом Карлин Флойд и адаптированную для наших российских условий. Концептуально содержание рабочей тетради опирается на труды известного западного психолога Уильяма Глассера и его теорию контроля. В доступной форме учащимся предлагается активная работа по анализу своих основных потребностей в любви, силе, свободе и радости. При этом каждая из этих потребностей понимается, интерпретируется как путь реализации своих возможностей в социальном окружении ребенка. По каждому разделу рабочей тетради работа происходит в 2 этапа. Сначала дети выполняют задания самостоятельно, а затем дети работают в группах, обсуждая результат своего творчества, знакомятся с результатами работы. И важно, что при этом оценочный компонент сведен к минимуму. Главное – узнать мнение другого человека, понять и принять друг друга без оценки. Также предлагается совместное решение по некоторым заданиям, что также способствует формированию коммуникативной компетентности. В программу включены современные настольные развивающие игры, тренирующие психические процессы учащихся, память, внимание, мышление, скорость реакции, обучающие групповому взаимодействию, а также элементы песочной терапии по методу Sandplay, занятия с кинетическим песком, способствующие гармонизации эмоционального состояния детей, позитивной коммуникации.